Эти люди в прямом смысле слова кормят всех нас. Речь идет о работниках сельского хозяйства. В Ульяновске чествовали всех, кто трудится в сфере перерабатывающей промышленности. Ульяновской области есть чем гордиться. Регион входит в тридцатку лучших субъектов России, урожай зерна которых превышает миллион. Если быть точным, то в этом году урожай зерна составляет 1 миллион 239 тысяч тонн. Цифра, по словам аграриев, не такая рекордная, как в прошлом году, но вполне приличная. Хватит и себе, и на продажу. В общей сложности налоговые поступления, которые идут по отрасли сельского хозяйства. Здесь мы, конечно, рассматриваем и сельское хозяйство, и пищевую перерабатывающую отрасль, и торговлю. В общей сложности консолидированный бюджет налогов поступило порядка 20 миллиардов рублей, из которых, в том числе, немаловажный фактор – это акциз на пиво, порядка 12 миллиардов рублей. Сельхозтоваропроизводители признаются, 2019 выдался продуктивным. Например, валовый надой молока увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом. В этом году мы уверены, что закроем год с показателями 9200 литров килограмм на дойную голову и с общей воловкой 10 тысяч тонн. Скажу, что это небывалый результат для нашего предприятия на сегодняшний день, но на этом мы не останавливаемся. Год у нас прошел хорошо, убрали хороший урожай, погода помогла, убрали и пшеницу, и семечку, все сухое. Сейчас готовимся, начинаем выпускать подсолнечное масло. Аграрный сектор – одна из базовых отраслей экономики, работа которой напрямую влияет на качество жизни людей. Сегодня отрасль уверенно развивается и наращивает объемы производства. По словам Михаила Семенкина, в 2020 году бюджет отрасли составит порядка 4 миллиардов рублей. Тружеников села поздравил губернатор Сергей Морозов. За все 15 лет работы губернатором вы меня не подвели и уж тем более не предали. И я старался верой и правдой вам служить. Позвольте вам низко поклониться за это, пожелать вам успехов. И следующий год, заверите вас, он будет еще более интересен. И, несомненно, мы вместе с Михаилом Ивановичем, вместе с Александром Ильичем Чепухиным, который возглавляет бюджетный комитет, сделаем, чтобы и денег у вас было больше, и главных болей у вас было меньше. Не остались виновники торжества и без подарков. Особо отличившимся ульяновцам вручили благодарственные письма, почетные грамоты и знаки губернатора за трудовую доблесть. Лучшим механизатором этого года объявили Илью Ганчева из Новоспасского района. Губернатор вручил ему ключи от новенького УАЗика. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Улправда ТВ.